опять поклевка на фидер. Оп! Ну, сейчас посмотрим, кто там есть. На удочку вообще поклевок утром нет. Рыба ушла, как говорится, на кордон. Кто-то бьется. Кто-то бьется. Ну, наверное, подлещик мелкий. Или карасик небольшой. Все, сошел. Сорога была, ну, такая неплохая. Ну чё ж теперь, бывает. Фу. Сорога. Такая вот самодельная есть у меня погремушка. Из пробки, самореза и пластиковых стяжек и колокольчика. Вот такая вот вещь. Очень удобная. Так, ну, забросим опять туда. Рыбка отошла. Там на бровке стоит. Стоит на бровке. Как раз я туда кидаю. Вот как раз там. Где-то 3 метра примерно. Примерно. Только забросил. И сразу поклевка. А на удочку не клюет. Не клюет на удочку. Вот на фидер еще есть поклевки. Или карасик, или... подлещик мелкий. Ну, для ухи-то пойдет, конечно. О! Сорога. А это сорожка клюнула. Ну, тоже нормально. Оп! Есть, 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 есть. Ага. Ух ты! Хорошая рыба. Хорошая рыба. Хорошая. Ну, давай, иди сюда. Карась. Карась. Вот. Хотел руками взять и все. Вот, просто у спага и отпустил. Добрый. Да? Добрый. Добрый. А так нет, Саш. Что-то он больно-то не хочет. Утром на фидер клюет. Червяк с опарышем.
поклевка, прям вот прет поплавок. Кто-то. Оп! Опять мелкая рыба. Как говорится, для ухи только. Навар не будет с нее. Сорожка. Мелкая сорога. Сейчас попробую. На перловку половить. Ну ладно, мимо. Так мимо. Уплыла, так уплыла. Очень маленькая. Сейчас попробую на перловку. Отварил перловку с пшеном. Вот такой вот. Бывает, что и на перловку очень хорошо клюет. Утренний улов. Для ухи пойдет. Карасики, подлещики, сорога. Так что вот нормально все. Пока все по плану.